Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Александр Кондратьев, я управляющий партнер аптечной сети «Асна». Я хотел бы вам рассказать о нашем сотрудничестве с компанией «Ласмарт», с которой мы сотрудничаем уже более 2 лет. Наш опыт начинался с того, что внутри нашей компании были определенные потребности, связанные с визуализацией той информации, которая поступала к нам от наших внутренних клиентов и, собственно говоря, от компаний-производителей. С компанией «Ласмарт» мы реализовали 2 успешных проекта. Один из них – это решение для производителей. Данный блок является порталом производителя, так называемый RDS. Для нас это очень успешный коммерческий проект, потому что мы решили как задачу внутренней автоматизации, и наш отдел маркетинга, наши категорийные менеджеры в настоящее время полностью ушли от ручной работы с отчетами и полностью выдают информацию через данный портал нашим партнерам, которых у нас сейчас более 100. Также вторая часть нашего сотрудничества с компанией была связана с реализацией внутреннего нашего портала, так называемого портала клиентов. Поскольку мы сеть ассоциативная, мы состоим из определенного количества аптечных сетей, наша сеть растет, она динамично развивается, и мы подготовили готовую наборную аналитику для наших внутренних клиентов. Это веб-аналитика, она удобна, веб – это современное направление, и на данный момент у нас есть несколько уровней пользователей. Это собственники, управляющие, заведующие аптек и фармацевты. На каждом уровне аналитика разбита по блокам. Только тот доступ, который необходим, получают конкретные категории пользователей. И я могу сказать, что весь этот проект был реализован совместно с компанией в течение 1.5 года. Почему удобно работать с компанией? Потому что мы не профессиональные заказчики технических заданий. Мы реализовали свои пожелания, компания помогла нам их оформить в правильное техническое задание. Срок исполнения задач всегда был своевременным. Все, скажем так, технические доработки реализовывались уже в режиме тестирования, что для нас также было удобным. На данный момент мы свое сотрудничество с компанией «Ласмарт» собираемся продолжать очень активно. И у нас сейчас в разработке находится еще несколько новых проектов, которые мы планируем реализовать в 2015 году. Компании мы желаем успехов, развития и надеемся, что 2015 год принесет как нам, так и самой компании «Ласмарт» дальнейшие плодотворные сотрудничества и успехи нашей совместной деятельности. Спасибо. Записано в студии Sound Service.